10 серия. Участок Мурманск, Магадан. 7-й день движения. Вот сейчас справа по ходу населенный пункт Климовка. Расстояние 56 километров 700 метров в этой серии. Ни одного населенного пункта. Так, вернее, будет один населенный пункт, ну, титры покажут, где он находится. Но, опять-таки, трасса проходит мимо, и самого населенного пункта не будет видно. Называется он Черная Холуница. И почти до Амутинска, но это... Это финиш 70-й серии. Больше ни одного населенного пункта нет. Так он через примерно проехал. 112.
останавливался на ночевку, то это Санкт-Петербург, это Сегежа, Мурманск, обратно Медвежьегорск, Данилов, Ярославской области, Киров. Thank you.
первой ночевке Красноуфимск. Но это еще не 100%. До Красноуфимска 500. Красноуфимска 567. Спал спокойно, все равно смотреть на привале фильм. Как же он называется? Сначала «Одесса мама» смотрел. Тоже одесская тематика. Известные артисты в плане на лицо по фильму «Ликвидация».
Лоутос может быть здесь, он тогда расстояние соответствует расчетам. Порядка 50 километров. За одноглазый автобус. Сильная резь в глазах, не знаю почему. Нравится, ё-моё, резь в глазах, пошатывание. Что такое?
железная дверь. Ладно, если не пройдет резь в глазах, сейчас помылся немножко, то остановлюсь. Странно, блин. Лицо не трогало руками. Температуру немного понизить. Стоянка. Сантания какая-то, что ли. Дорога, оценочку 4 с минусом. Подремонтировывают. За дорогой следят, но полагаю так, что недостаточно средств. Что воздух такой после этих сигарет.
высота 9 часов, 5,6 расход, пройдено 145, средняя скорость 52, запас хода 650. Солнце. Время 9 часов. Мне это не очень нравится. Здесь яркое солнце. Так, ну, занавесочки на глаза набросил. Вид из окна станет гораздо живописнее. Еще не наступило.
как третья часть диска на 2 терабайта уже заполнена. Стоянками дорога, конечно, не избалована. Стеклами ехать нельзя. Это преступление. Так. Thank you.
Свет. Стало лучше, нет? Ладно, насколько смог. Странно. Что такое, а? Thank you.
здесь, в лесах. Мне нравится мне это. Лучше стало. Да. Это не нормально. Это стекло грязное. Вроде показывает желтую полосу. Затруднено движение на самом деле. Пробочка. Это точно резь в глазах вызывала этот воздух, наверное, спёртый в салоне автомобиля. Поздно заметил. Это резь в глазах и матовое стекло – это две. Сестры одного. Проблемы. У меня где-то есть эта искусственная замша. Вот ей.